чем проще выпечка, тем больше она мне нравится, ведь приятно не только вкусно покушать, но при этом не тратить на приготовление много времени. Расскажу, как приготовить быстрые шоколадные печенья. Нет особых сложностей в приготовлении шоколадного теста, обычно добавляю какао-порошок, все ингредиенты для приготовления наверняка есть на кухне у каждой хозяйки, можно придать печенью любую форму, мне понравились такие вот шарики, которые очень просто сделать, готовую выпечку можно украсить сахарной пудрой или какао. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. В чашу миксера выкладываю размягченное сливочное масло, добавляю сахарный песок. 2. Хорошенько все перемешиваю, в отдельную миску просеиваю пшеничную муку и добавляю какао, щепотку соли, ваниль. 3. Понемногу добавляю в чашу сыпучие ингредиенты и перемешиваю. 4. Выкладываю тесто из чаши и руками обминаю его, формирую шар. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Отщипываю небольшие кусочки теста и скатываю их в шарики, выкладываю их на противень. 6. Выпекаю в разогретом до 160-170 градусов духовом шкафу около 15-20 минут. 7. Перекладываю печенье на тарелку и посыпаю немного какао, внутри оно получается мягким, а снаружи с легкой корочкой. Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Мука пшеничная, 250 грамм, какао, 70 грамм, соль, по вкусу, сахар, 200 грамм, сливочное масло, 220 грамм, ваниль, 1 чайная ложка, количество порций, 1-5. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Заходите на канал снова, котятки.